Так, обзор номера второго, гранд-отель, город Дербент. Вот такая вот прихожая. Ковер. Это я, такое вот зеркало. Это вот такая вот душевая кабина с душем, раковиной, туалетом, ёршик. Это вот, видимо, для подмывания туалетов, ну, над туалетом, а фен. А вот такое зеркало. Это всем привет, это я. Имеется также розетка. Кстати, вот такой порожек в ванную комнату, шкафчик, вот такой шкафчик, там подушка, мои кофты, здесь тоже часть моих шмоток и одеяло второе. Ну, это там тапочки, чтобы в номере. Телевизор. А вот такой столик, холодильник, чайник. Две такие кружки, два по стаканчика. Вот такой второй стульчик. Это вот все затянуто такой блестящей штучкой, чтобы не изнашивалось. Такая вот кровать широкая. Люстра. Картина с лошадьми, кондиционер имеется. Вот такие там горы вдалеке. Вот такие там горы. Вон они, горы. Это одно окошко. Кстати, с балкончиком. Тут можно выйти на балкончик. Свежим воздухом подышать. И здесь также имеется второе окошко. Там тоже вдалеке вон, я не знаю, видно. Там тоже горы. Ну, в принципе, такой обзорчик. Такие вот две прикроватные тумбочки имеются. А, вот еще два маленьких ковра. Вот один маленький. Вот второй маленький. И вот такой ковер. Сейчас при свете покажу ковер. Вот такой ковер. Один, второй. Третий. Вот везде у них имеются ковры в номерах. Вот, соответственно, такая сигнализация. Вон, и точнее, вон еще одна. Так что вот такой обзорчик номера. Вот такие вот магнитные, ну, фиксаторы, вот такие вот магнитные на шторы. Ну, можно видеть, типа, как украшения. Вот такие вот они. Здесь то же самое. Вот такие вот красивые, с камешками. Здесь сзади, соответственно, вот такая вот. Вот такой матрас под одеялом. Очень мягкий. Вот, ну, в общем, вот такой обзорчик номера второго гранд-отель города Дербента. Вот. Всем счастливо.